айскул, линзы Роденшток, зеркальные линзы и зеркальные покрытия. Тенденции последних лет подтверждаются исследованием, которое проводилось на территории Германии. Это исследование показало, что недорогие солнцезащитные очки в диапазоне цен 50-75 евро демонстрируют снижение объема продаж, в то время как солнцезащитные очки премиум-класса стоимостью превышающим 250 евро демонстрируют наибольший рост объемов продаж, который составил за последние годы более 30%. Отражение такого рода тенденций мы с вами найдем в портфолио покрытий линз Роденшток. Роденшток предлагает два типа зеркальных решений у своих линз. Первое решение носит название «зеркальные линзы». Второе – «зеркальные покрытия». Чем они отличаются и чем характеризуются, мы с вами узнаем из данной видеопрезентации. Зеркальные линзы и зеркальные покрытия от Роденшток позволяют не только убрать ослепление и сделать очки очень стильными, но и предоставляют своим обладателям превосходное зрение и могут применяться в линзах любого дизайна, от однофокального до прогрессивного. Это особое свойство наших зеркальных решений. В них очень хорошо видно. Перед нами описание зеркальных покрытий в каталоге рецептурных линз. Например, Solitaire Silver Moon. Silver Moon – серебряная луна. Новейшее зеркальное покрытие с применением инновационных технологий Solitaire 2. Это сочетание зеркального покрытия легкого серебристого оттенка, отсюда его название Silver Moon, на передней поверхности линзы и мультифокального антирефлексного покрытия на задней поверхности линзы. Мы рекомендуем использовать это покрытие в комбинации с линзами тонированными не менее чем 35% поглощения, а лучше даже линзы, имеющие тонировку с поглощением 50%. Подробное описание всех зеркальных покрытий вы найдете в каталоге линз в разделе «Дополнительная информация. Покрытие на линзы». Там же вы найдете и описание зеркальных линз. Они представляют собой сочетание зеркального покрытия на передней поверхности одного из пяти цветов на выбор, окраски линзы и покрытие на задней поверхности линзы. Когда мы говорим о зеркальных линзах от Роденшток, то мы в первую очередь предлагаем их для тех, кому мода и стиль очень важны. На самом деле все больше и больше людей хотели бы выражать свою индивидуальность с помощью привлекательных солнцезащитных очков. Многие желали бы скрыть глаза за зеркальными линзами, и это стало модным трендом последних лет. Параллельно зеркальные линзы предоставляют хорошую защиту от солнца. В среднем, например, в Германии больше 1500 солнечных часов в году. Это не очень много, но и немало. Большинство людей не знают, что значительное количество ультрафиолетового излучения есть даже в пасмурные дни. То есть солнцезащитные очки нужно носить не только в отпуске или на отдыхе. Хорошая защита по ультрафиолетовому излучению для глаз и кожи должны быть неотъемлемым свойством очков хорошего качества. Однако солнечный свет содержит не только ультрафиолетовые лучи, но и, например, инфракрасное излучение. Инфракрасное излучение приводит к тепловой нагрузке на глаза, и защищаться от него тоже следует. Перед вами портфолио зеркальных покрытий. Зеркальное покрытие можно нанести на пластиковые линзы в материалах 1,5, 1,6 и 1,67, включая поляризационные версии. Если вы хотите нанести зеркальное покрытие на поляризационную линзу, то вам следует предложить Solitaire Silver Moon. Напоминаю, что для любых линз тонировка должна превышать 35%. Покрытие Solitaire Red Sun можно нанести на линзы из материала 1,6 и 1,6 с поляризацией, а также на линзу Colomatic IQ Sun, которая представляет собой комбинацию тонировки и фотохромных свойств. Если вы наносите Solitaire Red Sun 2 на тонированную линзу, помните, что тонировка должна превышать 75% поглощения. Остромодное зеркальное покрытие Solitaire Sky Blue 2 можно нанести на линзы показатель преломления 1,6 как в тонированном виде,
так и в поляризационной версии. Тонировка линзы также должна составлять больше, чем 75% поглощения. Solitaire Seal Vermont – это самое часто заказываемое зеркальное покрытие от Rodenstock. С одной стороны, это покрытие делает очки очень привлекательными и стильными, с другой стороны, гарантирует высокое качество зрения без потерь на остроту зрения. Покрытие Solitaire Seal Vermont наносится практически на все материалы, ну, за исключением фотохрома Коломатика IQ2, это прозрачные линзы, а мы помним, что все зеркальные покрытия наносятся на линзы тонированные. И 1.74 также по причине, что линзы из этого материала не тонируются. Покрытие Solitaire Seal Vermont можно нанести на фотохромную линзу Коломатик IQ-SAN 2, который комбинируется тонировка и фотохромные свойства. Мы получим сочетание полупрозрачного зеркального покрытия серебристого цвета на передней поверхности линзы и покрытия Solitaire 2 со всеми его преимуществами на задней поверхности линзы. Надо сказать, что покрытие Solitaire Seal Vermont, как и другие зеркальные покрытия от Rodenstock, обладают превосходной абразивной стойкостью и долговечностью. Защита от ультрафиолетового излучения гарантирована. Очки выглядят не только стильно и модно, но и гарантируют высокое качество зрения, то есть нет потерь на остроту зрения, о которой мы уже упоминали. Не рекомендуется наносить Solitaire Seal Vermont на прозрачные или светлые линзы из-за рисков непереносимости. Слишком большое отражение часто приводит при изготовлении такого рода очков прозрачные или светлые линзы с покрытием Seal Vermont возвратом. Еще одно зеркальное покрытие носит название Solitaire Red Sun. Это зеркальное покрытие обладает комбинацией ультрафиолетовой и инфракрасной защиты, которые разработаны на основе новейшей технологии покрытий Solitaire 2. Это очень стильное красно-золотое зеркальное покрытие с защитой по ультрафиолету и инфракрасному излучению, включает в себя все замечательные функции, которыми обладают наши покрытия семейства Solitaire, а именно климатическую устойчивость, защита от загрязнений, легкая очистка, суперпросветление, антистатические свойства, превосходная защита от царапин и гидрофобность. Давайте разберемся, как влияют инфракрасные лучи на человеческий глаз и почему имеет смысл от них защищаться. Инфракрасные лучи, исходящие из Солнца, приводят к активации молекул в атмосфере, что сопровождается появлением тепла. Поэтому часто инфракрасные излучения воспринимают как тепловые лучи. На этом принципе работают тепловизоры, приборы ночного видения. Покрытие Solitaire Red Sun отражает инфракрасные лучи от передней поверхности линзы. Стильный внешний вид очков с линзами с покрытием Solitaire Red Sun 2 вы можете видеть на картинке справа. Перед вами физиологическое воздействие и описание принципа действия покрытия Solitaire Red Sun 2. Излучение инфракрасных лучей в диапазоне А доходит до сетчатки и вызывает температурные и фотохимические повреждения. Также оно может способствовать помутнению хрусталика, то есть развитию катаракты. Инфракрасное излучение вносит вклад в разрушение коллагена кожи и приводит к появлению морщинок вокруг глаз. Наше решение – защита от инфракрасного излучения, которая позволяет в 4 раза снизить испарение слезной жидкости, то есть избавиться от синдрома сухого глаза, также защититься от развития птеригиумов, прогрессирования катаракты, теплового повреждения сетчатки и всех тех рисков, которые появляются при длительном воздействии инфракрасного излучения на глаза. Покрытие Solitaire Red Sun 2 помогает поддерживать здоровье глаз и нежной кожи вокруг них. Благодаря этому покрытию тепловая нагрузка на глаза и риски глазных болезней значительно снижаются. В основном мы рекомендуем использовать покрытие Solitaire Red Sun для солнцезащитных очков, для отдыха и для занятий спортом. Вот так выглядят очки с линзами из материала Coloматic IQ-SAN 2, то есть фотохромного материала с начальной тонировкой, с покрытием Solitaire Red Sun 2. Выбор цвета абсолютно любой. В данном случае, хотя в это сложно поверить, перед нами очки с линзами зеленого цвета.
Еще одно очень стильное, часто заказываемое покрытие, модное как в прошлом, так и в этом сезоне, носит название Solitaire Sky Blue и имеет цвет синего зеркала цвета деним. Из таблицы, расположенной справа, также она есть и в каталоге рецептурных линз, вы можете узнать, с какими цветами, с какими материалами хорошо комбинируется покрытие Solitaire Sky Blue. Напомню, что тонировка линз при заказе Solitaire Sky Blue должна быть не менее 75%. Прежде мы с вами говорили о зеркальных покрытиях, то есть комбинации покрытий на линзы, которая предварительно будет окрашена выбранный клиентом цвет. Сейчас перед вами зеркальные линзы, которые представляют собой очень стильную комбинацию цвета и зеркальных покрытий. В том случае, если клиент хочет сразу увидеть, как будет выглядеть его линза, мы предлагаем его образцы зеркальных линз, потому что колебаний по восприятию цвета линзы или покрытия здесь не будет. Линза будет независимо от дизайна выглядеть именно так. Роденштоп предлагает вам выбор из 5 зеркальных линз. Они все имеют очень красивые названия. Chrome Silver, Chrome Серебро, Ice Blue, очень модный в этом сезоне цвет, который не пропустил ни один автогигант Германии. Ocean Blue, более голубой. Соответственно, Flamingo Pink напоминает нам о красоте птиц фламинго, имеющей потрясающий розовый оттенок крыльев. И сочетание розового цвета с золотом носит название Rose Gold. В этой таблице мы также можем увидеть цвет линзы и степень поглощения. Для линз Chrome Silver и Ice Blue, так же как и Ocean Blue, то есть покрытие, имеющих голубую составляющую в своем спектре, предлагается серый цвет с затемнением 85 или 75%. Соответственно, Rose Gold будет комбинироваться с коричневым цветом. По передней поверхности этой линзы будет расположено зеркальное покрытие, а по задней поверхности покрытие упрочняющее. Линзы представлены в материалах с показателями преломления 1,5 и 1,6. Перед вами портфолио зеркальных линз и диапазоны изготовления. Мы видим, что в однофокальном предложении мы можем заказать линзу перфолит 1,5-1,6 и мультигрессив моно 1,5-1,6 в диаметре до 70 мм в достаточно широком диапазоне рефракций от минус 6 до плюс 6 с цилиндром до 2. Также мы можем заказать зеркальную линзу в прогрессивном дизайне. Здесь представлены линзы Progressive Pure Life Free и Multigressive MyView. Максимальный диаметр 70/75. Линза с предконцентрацией. Вы видите, что цилиндр увеличен до 4 диоптрий, что расширяет возможности заказа подобных линз для наших клиентов. Предлагаю зеркальные покрытия или зеркальные линзы лучше всего воспользоваться набором образцов, чтобы ваш клиент мог сразу оценить, как будут выглядеть его будущие очки, а также подобрать наилучший цвет к своей оправе. Зеркальные покрытия и зеркальные линзы имеют целый ряд преимуществ для тех, кто их заказывает. Это симбиоз стиля с одной стороны и функциональности с другой стороны. При заказе таких линз мы наблюдаем высочайший уровень удовлетворенности заказчиков, благодаря тому, что очки получаются очень стильными и красивыми, и в то же самое время в них хорошо видно, и они приносят пользу для их здоровья. Это так называемая стильная опция для большинства спортивных очков, с одной стороны, благодаря большому выбору цветов, с другой стороны, благодаря защите от ультрафиолетового и даже инфракрасного излучения. Покрытие Solitaire Red Sun позволяет снизить тепловую нагрузку и вредное влияние на глаза, отражая основную часть, основную долю инфракрасного излучения. Кроме того, все линзы демонстрируют отличную сопротивляемость царапинам благодаря улучшенным свойствам твердости нового поколения покрытий семейства Solitaire 2. Подробную информацию уточняйте по телефону горячей линии. Адреса мы телефоном указаны на данном слайде. Много интересного вы найдете на наших сайтах rodenstock.ru, avito.ru.
в Инстаграм, на Фейсбук и в Ютьюб.